Вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс побил минувшей ночью рекорд всех времен по количеству матчей за свою национальную команду. Касильяс провел 127-ю игру за сборную, тем самым превзойдя достижение вратаря Андони Субисаретто. У того было 126 матчей. Он играл за испанскую команду с 1985 по 1998 год. Об этом пишет сегодня утром газета «Марка». Минувшей ночью сборная Испании провела выездную товарищескую игру с Коста-Рикой, которая завершилась в ничью 2-2. После первого тайма испанцы проигрывали 0-2. В конце матча ушли от поражения. Но самое главное, что Касильяс в этом матче сыграл рекордный матч за сборную Испании. 127 теперь такая красивая цифра у него в коллекции. Касильяс дебютировал в сборной Испании, я вам напомню, 3 июня 2000 года. И тогда молодому вратарю было 19 лет и 14 дней. Он выступал на чемпионате Европы 2000 года, 2004 и 2008 года.